прежде чем говорить об истории, надо дать некоторые определения. Что такое философия? Философия это наука, изучающая всеобщие законы природы, общества и мышления. Философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. Вот физика изучает явление резонанса. Если пользоваться резонансом, то в аудитории без микрофона вполне можно читать лекции. А если не пользоваться, то нельзя. В науке, частные науки, изучают какие-то частные закономерности. Философия изучает всеобщие. То есть, если кто-то не знает философских истин, он делает крупные ошибки. В мелком он все делает правильно, а по крупному ошибается. Некоторые, самая главная ошибка, перепутывают что вперед, что назад. Вы видели сейчас движение такое монархическое развивается? Это вперед движение или назад? Назад. Вот я пробовал записывать в дворяне. Дворяне записываются охотно. Вы запишетесь в дворянки? Нет? Ну ладно, вы запишетесь в дворянки. Она не хочет записываться. Ну вы запишитесь в дворянки. Это же неплохо. Пусть работает вон их целая толпа. Смотрите, сколько. Так, а в крепостные крестьяне? Вот каждый раз, как начну записывать крепостные, никто не идет. Ну, а как вы думаете, если записать в дворяне и не будет крепостных, получится феодализм? Не получится. Поэтому эта монархия будет, ну, как в Великобритании. Это же музей, только под открытым небом. И это с оплатой. Ну, такой вот музей-театр. Какая роль этого главы государства? А никакая. Что-то определяет в политике глава государства? А ничего. Ну, и все это понимают, и никто с ней встречается, конечно, с премьер-министром. Правильно? Тронную речь королеву. Королева пишет? Нет, конечно. Ну, деньги выделены. И принцы есть, и принцесса. Неплохо же быть принцессой. Деньги идут. Одевайся. Ходи на балы. Чем хочешь, тем и занимайся. Красота. Можешь заниматься философией, можешь историей. Вот у нас в Бельгии штаб-квартира НАТО, там тоже есть король. Ну и что там, феодализм, что ли? Где у нас феодализм? Есть где-нибудь феодализм на земле? Нету. Нет, у нас ходит. Я согласен, что вот, например, шапка Мономаха лучше, чем у Путина шапка. Я согласен. И одежды вообще. Ну что вот пиджаки? Что у Путина, что у Медведева, что у меня? Ну, разница небольшая. В цене, может быть, большая, а так все одно и то же. А царь, ну царь, это скипетр. А, смотрите-ка, красиво так. Царь, царем же хорошо быть. Поэтому такие движения есть, но они бесперспективны, потому что бесперспективно из капитализма сделать феодализм. Совершенно бесперспективно. Почему? Ну, потому что капитализм – это вот построен на самых простых отношениях. Ты мне, я тебе. Обмен. Как еще может быть более слабые отношения? Никаких других отношений нет. Нет никакой личной зависимости. Все это невозвратимо. Поэтому нужно смотреть в этом отношении вперед. И не надо делать крупных ошибок, если вот мы стоим на позициях применения материализма к истории, то в истории с изменением производства, производительных сил, меняется производственное отношение рано или поздно. И приводится в соответствие. Вот сейчас общественный характер производства, поэтому это противоречит частной форме присвоения. Или частная форма присвоения противоречит общественному характеру производства. Поэтому, ну хорошо, вот в Европе из-за ревизионизма ряда руководителей стран, там, России, Советского Союза, там, Чехословакии, Польши, ГДР и так далее,
Ну, палец от страны. Но КНР – социалистическая страна, там 1 380 000 человек. В Вьетнаме, который в 1945 году создал социалистическое государство, и который боролся с японцами, с французами, еще раз с французами, и победил американцев, ну, при поддержке Советского Союза и Китая, 92 миллиона человек, 93. Ну, у нас 150, не намного больше. Но воевать с Вьетнамом, как говорится, никто не будет. Так, Корея. С американцами воевали? Ну как, победили американцы корейцев северных? Нет? Нет, непобедимы. Ну, при поддержке, конечно, Китая и Советского Союза. Как тогда передавали, я тогда был мальчишкой, по радио передавали, корейский летчик И-1 сбил 5 американских самолетов. А наши ребята, вот, когда я был аспирантом, работали во Вьетнаме в системе ПВО с нашими ракетами. Как ударят в эту тучу самолетов, так 5 штук падает. И очень здорово помогли Вьетнам. Но вьетнамцы сами очень здорово воевали. Но первое время, когда налетали тучами эти самолеты американские и бомбили, вьетнамцы разбегались, а наши все оставались. Тогда вьетнамцы издали приказ не уходить с позиции, если русские, пока русские не уйдут. Очень простой. В 1959 году в западном полушарии появилось социалистическое государство Куба. А в 1949-м Китайская Народная Республика. А в 1975-м Лаос. Лаосская Народно-Демократическая Республика. Это все социалистические государства. Из них только Северная Корея находится в стадии, низшей фазе коммунизма, при социализме. А все остальные на пути находятся в переходном периоде. А переходный период – это остановление социализма. Остановление – это единство бытия и ничто. Значит, там борются силы капитализма и силы коммунистические. И это вот постоянная борьба, и поэтому никто не может заранее сказать, что она обязательно закончится вот только положительно. Может, и отрицательно, правда? И наоборот, вот когда у нас борьба в переходный период закончилась положительно в Советском Союзе, но пришел вот безголовый первый секретарь Никита Сергеевич, вдобавок еще и человек, который главный в марксизме выкинул из программы партии, и отдал приказ о расстреле рабочих на Новочеркасске, которые требовали не повышать цены и не снижать расценки. То есть такие нормальные совершенно требования выдвинули. Вот если бы не это, он же провозгласил, что социализм победил полностью и окончательно. Как это окончательно? Что у нас бывает окончательно? Как может социализм победить окончательно? То есть не надо бороться, сложите руки. Против нас никто не борется, никаких негативных тенденций нет, ничего делать не надо. И целая теория потом появилась чуть попозже, развитого социализма, у начала которой Суслов стоял. Что такое развитой социализм? Ну, это примерно как сапоги в смятку, потому что социализм – это низшая фаза коммунизма. Коммунизм в низшей фазе. Неразвитый, неспелый, незрелый коммунизм. Ну, как незрелый коммунизм может стать зрелым? Ну, только если перестанет быть низшей фазой, то есть станет полным коммунизмом. А как это он? Социализм и зрелый. Это не может быть такого. Зато все проблемы тогда отпали. Вы приходите и говорите, вредный, опасный женский труд, там, текстильной промышленности. Вы что, девушка, вы с ума сошли? У нас развитой социализм. Какой опасный, вредный труд? Какие такие статьи? Идите отсюда. И все, так сказать, все проблемы не решались, а усугублялись, и поэтому с выбрасыванием главного в ленинизме из программы партии диктатура пролетариат начался переходный период с 61 года до 91-го, 30 лет. Это долгий период, потому что строительство социализма заняло 18 лет, с 17 по
1935. А ломали социализм 30 лет. Правда, некоторые говорят, он сам развалился. Говорят, развал Советского Союза. Это тоже мудрецы. Это такой прием в идеологической борьбе. Сказать, вот вы создали такую систему, которая саморазваливающаяся. Знаете, как есть такая упаковка, которая саморазлагается. Что это такой строй? Зачем такой строй, который сам разлагается? Ничего себе сам разлагается. 30 лет не могли его сломать. И, ну, и он пал в России, в Советском Союзе, в Узбекистане, в Казахстане. Но он не пал ни в Китае, ни в Корее, ни на Кубе, ни во Вьетнаме. И сейчас 1,5 миллиарда людей живут в социалистических странах. Так, ну вот этим определяется, что есть вперед, что назад, то куда идет движение. Движение идет к тому, чтобы присвоение сделать в соответствии с общественным характером производства. Ведь все делается сейчас общественным путем. Что вы можете сказать про любой продукт, который у вас есть? Где это сделано и сколько человек в этом участвовало? Тысячи и тысячи. Полезешь в карман, а там телефон. А телефон где-то сделан на Востоке, в Азии. А кто там, сколько там народу участвовало, тьма, а какая кооперация? А присваивает очень малое количество людей. Или, скажем, Microsoft создает программы. А кто их, интересно, эти программы пишет? Ну, я-то знаю, вот мы учились вместе вот с коллегой, который записывает лекцию. На Матмехе половина уехала в Америку, она и пишет эти программы. А уехала, потому что платили, вот если вы не доцент, доцент получал... И не профессор. Я как профессор получал в 90-х годах 2000, а если человек был в НИИ, математика и механика, 200 рублей, умирал. То есть выдавливали отсюда людей. И вот они там пишут эти программы, их потом многократно продают. Microsoft продает 1000 раз одно и то же. Дескать, каждый раз вы покупаете машину, платите за программу. Нет, так вы же уже программу один раз сделали. Сколько раз вы собираетесь получать? Программа – это что? Это идея. Правильно? Вот я вам сейчас отдам вот эту сумку. У меня ее не будет. А если я мысль вам отдам, она что у меня? Вот я вам передал свою мысль. А что, у меня теперь не стало, что ли? Как можно за мысль деньги брать? А есть понятие собственности. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Внимательно слушайте. Отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Вопрос. У вас собственность на вашу голову есть? А? Есть. Нет или есть? Не слышу. Есть. А что, она у вас объективные условия производства? Вы что, головой гвозди забиваете? Это разве объективные условия производства? Я думал, что голова – это субъективные условия производства. Что вы ей думаете? А вы ей... Может, вы футболист? Нет. Потому что головой играют они. А что тогда вы говорите? Потом, зачем вам собственность на голову? Она и так ваша. Вопрос о собственности на голову встает в случае аварии, когда откатилась голова. И не знать, чья голова. Надо сейчас собрать, узнать, что произошло. Она и так ваша естественным природным путем. А собственность – это экономическая категория, когда вы присваиваете что-нибудь не естественным путем, а общественным путем. Вот у вас эта тетрадка ваша, она естественным путем совсем не ваша. Я вот взял ее, она уже у меня. Все. Ничего смешного, это присвоение. Кто владелец этой тетрадки? Кто? Владелец кто? Вы. Правильно. Молодец. Вы собственник, сидите тут. Вы собственник, а я владелец. Что такое владелец? Показать? Владение – это фактическое господство над вещью. Фактически сейчас. Вот окошко, если открыть, выбросить могу. Дайте телефон. И потом, если это ваше, ну посвистите, пусть она к вам придет. Вот давайте сейчас проголосуем. Сейчас вот смотрите, сейчас все проголосуют. Значит, товарищи студенты, вам предстоит сдавать мне экзамен. Давайте проголосуем за то, что тетрадка моя. Смотрите, вот смотрите. Ну давайте, давайте, давайте. Ну что вы, все. Ну ладно, я запомнил, кто не голосовал. То есть, если сложатся такие отношения, признают, что это мое, то это будет мое.
собственно говоря. А зачем вы в моей тетрадке что-то накорякали, кстати? Черти что, кверх ногами, вообще-то, черти что, безобразие просто, я не знаю. Я такую брать не хочу, да. Теперь вы уже и владелец, а не только собственник. Вы, конечно, можете распоряжаться ею, пользоваться. А пользоваться – это значит вот писать. Владение, распоряжение, пользование. Я вот все есть. Распоряжаться хотите – мне дадите, хотите – ей дадите, хотите – туда пошлете, хотите – выбросите ее. Ну, надо различать. Это общественные отношения. А вот если человек начинает доказывать, что это его рука, говорит, что это моя собственность, ну, он рискует, что ему оторвут и отдадут эту руку. Она и так ваша. Вы доказываете, что это ваша собственность, голова. Она просто ваша собственная голова. Не собственность, а собственная. Без всякой категории. Категории нужны для того, чтобы своим было то, что не является моим природным. Я не знаю, откуда эта ручка взялась, но я могу ее присвоить. Вот, и все. И если никто не будет требовать, и все к этому привыкнут, это и будет мое. Как это получалось, например, в Соединенных Штатах Америки. Вот, приехали из старого мира, в новый свет. Люди, колонизаторы. Освоили землю, так, поставили колышки. Так, вы зайдете, я вас из кольта убиваю, если на мою землю. Зайдете. Вы зайдете, я вас приглашаю, вас убиваю. Все, постепенно к этому привыкли, что это мое. А как вы думаете, мое? Сложились такие отношения. Если отношения изменятся, будет и собственность другая. Вот и все. Так, значит... Философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. Объект философии – это весь мир, правильно? Мир изучает философия. Это объект. А предмет? А предмет – только вот эти самые законы. Мир только… Все науки изучают мир с какой-то стороны, правда? И физика, и химия, и биология. А философия изучает всеобщие законы. А раз это всеобщие законы природы, общества и мышления, можно тут изощриться и через мышление изучать всеобщие законы природы и общества. Потому что в мышлении запечатлевается в головах и в языке, отлагается то, что повторилось миллиарды раз. И поэтому, изучая только логику, например, можно понять такие законы, которые проявляются потом в истории, в деятельности, в производстве, в экономике и так далее. Так, ну вот теперь давайте из истории философии кое-что возьмем. Имея в виду, что это некая вводная у нас сегодня лекция. Возникновение философии датируется 7-6 веками до новой эры. Практически одновременно в разных регионах Земли происходит рождение и становление первых философских учений. В Древнем Китае, Древней Индии и Древней Греции. Первоначальным мировоззренческим стержнем философии был вопрос об отношении человека и природы. Среди основных школ Древнего Китая можно выделить следующие. Конфуцианство, моизм, не путать с маоизмом, моизм, от слова мо, даосизм, родоначальник конфуцианства Кунфу-цзы или Конфуций. Кунфу-цзы. Суть его учения – небо, высшая сила. Вот такое симпатичное учение. Оно следит за справедливостью на земле. Вот хоть есть хоть кто следит за справедливостью. Хорошо же. Все зависит от воли неба. Небо – это рок, судьба, закон, дао.
А в общественной жизни культ предков. Веди себя достойно. Уважай старших. Что-то молодых что-то не уважают эти все, только старших. Совершенствуйся сам. Не обманывай, не срывай свой гнев на других. Эти простые рекомендации традиционные для китайских верований. Моизм, моизм. Основан мо-ди или мо-зы. Моисты отрицали предопределенность всего судьбой. Видите, если, скажем, конфуцианцы, все небо определяет. Нет, не все определяется судьбой. Небо не определяет все и вся, а лишь желает, чтобы люди любили друг друга. Ну, это хорошая же концепция, правда? Философская. И небо присутствует, и вам не мешает. Любите друг друга. Кроме любви к ближним, они проповедовали любовь к дальним. То есть так и глубже, чем только христианская религия. Будучи убежденными противниками войн, они были первыми пацифистами. К традициям рекомендовали относиться критически, выбирая только хорошее. Дескать, есть такая традиция выпивать. Говорят, у нас всегда была такая традиция на кладбище выпивать. Да как водку-то сделали не так давно, в 19 веке. Ее и не было раньше вообще. Никогда и не было на Руси водки. Что там, мед, пиво пили? Ну не водку же. Даосизм основан на Лао-цзы. В основе лежит Дао, первоначало, первооснова и завершение всего происходящего в мире. То есть ищется уже основа, не просто вот что-то внешнее, там небо и все, а какая-то такая основа глубинная. Дао – основа и субстанция всех вещей. По сути, Дао – это изначальное небытие, становящееся бытием. Чувствуете? Мы об этом уже говорили. Вот кто уже там были, философы. Все вещи, имея в своей основе небытие, являясь в действительности бытием, непрерывно уходят вновь в небытие. Чего смотрите? И вы уйдете в небытие. Но я раньше. Не расстраивайтесь. Это и есть постоянное движение в мире. Философия Древней Индии представлена следующими школами. Джайнизм, буддизм, сангхья, после ка, ха, сангхья, через мягкий знак, йога. Основоположник джайнизма – Махавира. Вот оно, по-моему, самое распространенное сегодня учение среди тех, кто зарабатывает деньги, обманывая народ. В основе этого учения находится представление о карме, космическом законе. Так, кто хочет, чтобы ему улучшили карму, приходите после лекций, несите с собой 1000 рублей, я поправлю вашу карму. А вы поправите мой корм. Закон кармы нельзя умилостивить жертвами богам. Богам не надо, сюда несите. Но его можно победить. То есть можно победить, но этот будет стоить денег. Вы читаете бесплатные газеты, там все время зовут. Джина, тот, кто победил карму. Кто у нас тут джина? Вы карму победили? Нет? Жаль. Следование обетам может освободить от кармы еще при жизни. Это надо обеты, конечно, соблюдать. Это путь аскетизма. Чтобы вы все стали аскетами, вам платят 1480 рублей в месяц. Я вот все время пытаюсь найти ответ на вопрос. И все, видимо, мало людей получается. То ли потому, что они вымерли уже, которые не пришли на лекцию. То ли дойти не могут с такого питания. Ну вот
Скажите кто-нибудь, честно только, сколько вот можно прожить на 1480 рублей? А? Сколько? 5 дней. 5 дней. То есть вас не будет на следующей лекции? У меня благо есть родители. Ну, лекция у меня на следующей неделе. Это 7 дней. А вы можете прожить 5 дней. Ну, так не только же стипендии. Прощаюсь. А что, еще что-то у вас есть? Вы воруете, что ли? Кто-то вас содержит? Понятно. Ну, ладно. Хорошо, посмотрим. То есть, если вы появитесь в следующий раз, наверное, вы вор. Или захребетник. А как вообще понимать? Я бы не ставил так вопрос, но вот вице-премьер такой из Дворкович, который говорит, надо стипендию не платить. Вот сам он, например, получал стипендию. Ну, я, например, жил в такое время, как сейчас говорят, в мрачные годы тоталитаризма. То есть я получал стипендию, 35, потом 45, потом Чебышевскую с одной четверкой, 60 рублей. Те, кто одни пятерки имели, Ленинскую 100 рублей, а директор Кировского завода 120 рублей получал зарплату. То есть тут можно было спокойно прожить. Без родителей спокойно можно, ничтожно мало платили там за общежитие. Ну, а хлеб у нас вообще бесплатный был всегда. Такого не было, чтобы хлеб надо было платить. У нас обычно был бутерброд на Матмехе. Приходишь в столовую, берешь хлеб, намазываешь горчицей и солью, посыпешь, и, пожалуйста, кушай. И все бесплатно. Красота. А вот теперь товарищ Дворкович, он сам выучился, как бы, и хочет, так сказать, куда-то эти студенческие деньги запрятать в другое место. Потому что мы видим, что денег-то у людей много. И очень большие деньги. Могу вас проинформировать, что у нас есть так называемые государственные предприятия, которые существуют как частные. Не так, чтобы все государственные предприятия, у нас 70% государственный сектор. Но их, как полагается, в монополии надо бы по единому плану и направлять. В общих интересах, ну, собственник. А кто собственник? Ну, класс капитализм. Да? Нет, этого не получается. Сначала, значит, люди отсчитывают себе деньги большие, зарплату, потому что то, что входит в зарплату, это как бы издержки производства. Поэтому чем больше в издержки заложишь, тем меньше отдавать государству. А государству отдается только прибыль. Прибыль принадлежит же государству. Например, в Роснефти. Члены правления Роснефти каждый получает в месяц 24 миллиона рублей. Это уважаемые люди. Чувствуете, какие уважаемые? Ну, что 1480. Ну, это вот, так сказать, это высший уровень. А насчет первого лица я не знаю совсем. Данных не знаю просто. Я думаю, там побольше. И серьезно побольше. «Газпром». Середняки. 15 миллионов в месяц. ОРЖД. Бедняки. 5 миллионов. В месяц, я имею в виду члены правления. А вот есть еще у нас Сбербанк, куда все старушки на черный день несут деньги, пенсионерки, и там хранят. Данных у меня за свежих нет, есть данные только за 2007 и 2008 год. В 2007 году члены правления Сбербанка получали каждый в месяц 3 миллиона 700 тысяч. Потом кризис был 2008 года, помните, да? Стало плохо. Раз стало плохо, надо было членов правления увеличить, кого-то взять в члены правления, подкормить, чтобы он не умер с голоду. И стало там на 3 человека больше уже. И они стали получать меньше, на 300 тысяч. Не 3 700 в месяц, а 3 миллиона 400 тысяч. Вот вы войдите в положение. Как люди страдали из-за этого кризиса? 3 миллиона 400 всего вместо 3 700 год назад. Вот если бы вы получали на 300 тысяч в месяц меньше, как бы вам было плохо? Можете себе представить? Вы даже представить себе не можете. Вот, так что... Вот, так что... Вот сейчас некоторые люди, не работая, вот людей обманывают, говорят, карма вам,
поправим. Давайте деньги. Или, ну вот в средние века, товарищи историки, кто у нас и как назывались эти люди, которые звезды изучали? Не астрономы, а как? Астрологи. Вот астрологи. Приходишь к астрологу, а у них там на компьютере ваше небо, и вот там ваша звезда. Что, жалко за свою звезду там $200 отдать за 2 часа. И идут, и идут. Идут, и идут, и отдают. Ну, такие люди не самого малого дохода. Ну, сдают им. А вы знаете, что конференции колдунов проходят у нас? Вот колдун Валера. Телефончик. Дозванивайтесь. Если никто не поможет, звоните. Потому что если я тоже не помогу, то вам же все равно никто не помог. Какие претензии могут быть? Ну и я, мне тоже не удалось. Но деньги я взял. Но я сделал все, что мог. А что я мог? Деньги взять. Так, то есть это живые все учения. Не надо думать, что я вам только историю рассказываю. Это тоже современность. Оно уже всплывает. А что говорил Энгельс? Вообще у тех, кто не изучает философию, в голове остатки умерших философских систем. Вот все, что вот я тут перечисляю, это вот или это надо только определять. Что у него в голове сейчас сидит? Так. Принц Гаутама основал буддизм. Главный закон жизни – различать добро и зло. Ведь неплохо, правда? Суть буддизма в 4 истинах. Первое. Жизнь есть страдание. Поэтому не собирается вам повышать стипендию. Я думаю, это люди буддисты. Старость, болезни, невзгоды, смерть. Не надо бояться смерти. Ну, ничего, ну, не хватит на питание. Ну, во всяком случае, вот вас вот сколько вас не затягивает вот, на похудение, говорят, давайте платить деньги, мы вам, значит, расскажем, как надо похудеть. А на самом деле надо портрет делать студента или студентки. Хочешь похудеть? Спроси меня, как. Что тут еще? И рядом величина стипендии. Вот проблему нашли. Можно подумать, что в блокаду у нас кто-то был тут толстый в Ленинграде. Не было же толстых. Поэтому мы знаем рецепты, как похудеть. Так. Может, эксперимент проводится. Сколько студентов выживет? Научно. Это серьезное же дело. Значит, жизнь есть страдания. Ну, вот я думаю, что тут многие в правительстве так как-то так ставят вопрос. А корень страданий в жажде жизни. Ну, что вы жаждете этой жизни? Ну, что это за жизнь? Все равно она бренная. Страдание имеет причину. А раз так, то прекращение страдания – это уничтожение жажды жизни. Перестаньте жаждать жизни, и вы не будете так страдать. Путь освобождения от страдания – достижение нирваны. Нечего кушать, и сидите спокойно, ровно, не нервничайте. В которой невозмутимость духа и освобождение от телесной зависимости избавляет человека от страданий. Вот мне в связи с этой вот философией вспоминается один современный анекдот, как один от такой жизни решил повеситься, товарищ. Но не студент. Ну, он все знает, как это делать. Поставил стол, поставил стул, веревку, привязал, залез, одел веревку на шею. Видит на шкафу полстаканчика. Понюхал. Водка. Нет, говорит, так уходить нельзя. Снял эту веревку. Взял стаканчик, выпил, сел, немножко посидел, ну, говорит, хватит, посидел, пора. Раз, раз, прыг уже так, в хорошем настроении. Потом посмотрел, на другом шкафу окурок. Нет, говорит, надо тут все закончить, уже докурить, тогда, и тогда уже отправляться. Пошел, спрыгнул, взял окурок, сел, закурил, а уже его развезло немножко, и он так сидит. Курит. Чего, говорит, я надумал вешаться? Жизнь-то начинает налаживаться.
Вот поэтому надо быть спокойным, в нирване. То есть понятно, что эти, вот, скажем, концепции, они вполне соответствовали настроениям правящего класса, потому что, дескать, а вы тут, чего вы страдаете? Вот в религии, например, как говорится про богатых, дескать, вот в христианской. Тот, кто читал Библию, тот знает. Кто читал Библию? Поднимите руку. О, мы все наши люди, спасибо, садитесь, хорошо. Ну вот там что написано? Что вот легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в рай. Да? Поэтому вот если я богатый, то мне рай не светит, поэтому мне в этой жизни надо все деньги забирать, а вам в рай же идти. Сдайте последние деньги мне, вам-то они зачем? У вас там жизнь вечная, а мне потом вот гореть в аду. Поэтому отсюда следует, что все эти вот заповеди хорошего поведения и так далее, это вот для бедных. А здесь вы и не пытаетесь ничего получить, хватит вам и такой стипендии. А там вот вы будете летать, райские яблочки будут. Правда, там и зубов у вас не будет, а летать будет только души, и яблочки вам вроде и ни к чему. Потом яблочки эти с древа познания. А что это за древо познания? Это там, где как раз вот решался вопрос. Тот, кто съест яблоко, тот узнает, что добро, а что зло. Да? Вот здесь надо было узнавать, что добро, а что зло. То есть вот эта вот философия, она противостоит христианству. Потому что христианство осуждает. Бог-то осудил за что Адам и Еву? Что они вкусили с древа добра и зла. И хотели, как мы, как боги, знать, что добро, что зло. Это же страшное преступление. Они должны были, как животные, так и не знать. Вот собаки, они же не знают, что добро, что зло. Даже если вас укусят, они не думают, что это зло. Они просто хотели с вами поиграть. Чем был возмущен Бог? Что люди, им созданные, решили узнать, что добро, а что зло. И за это будут отвечать они, хоть и лиса есть хлеб свой, и дети также их. А дети тут при чем? Ничего, пусть отвечают и внуки, и так все до конца. Вот так. Так что вот по-разному тут в некоторых концепциях. Вот религиозная эта концепция, она представляется реакционной по сравнению вот с тем, что мы наблюдаем здесь. Все-таки люди должны знать, что добро, а что зло. А не осуждать за то, что они знают, что добро, а что зло. Основные философские школы направления античной философии, то есть греко-римской. Всю историю античной философии можно подразделить на следующие этапы. Первый. Зарождение и формирование античной философии. VI век до новой эры. Второе. Классическая философия. 5-4 века до нашей эры. Третье. Философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской Республики. 3-1 века до нашей эры. Философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской Республики. 3-1 века до нашей эры. 4. Период упадка и гибели в эпоху Римской империи. 1-4 века нашей эры. Ранние греческие философы, несомненно, испытывали влияние мифологии. Что такое миф? Миф – это фантазия. Правильно? То есть то, что могло бы быть, или хотелось бы, чтобы это было. Это не обязательно то, что будет, или что было, или то, что есть. Миф может далеко отлетать от действительности. В их произведениях мы можем обнаружить представления, характерные для древнегреческих мифов, о первичном бесформенном состоянии Вселенной, о постепенном развитии мира из хаотического состояния в сторону все большей упорядоченности, что соответствует современным представлениям во многом. Об отделении неба от земли, о периодической гибели и новом рождении Вселенной. Первые философские школы в Древней Греции возникли в Ионии, области, территориально расположенной в Малой Азии.
Своего рода центром философии был город Милет. Милетская школа – это следующие фигуры философские. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Значение Фалеса в том, что он впервые поставил вопрос, в котором выразил основную задачу философского знания. Что есть все? А что есть все? И вот на этот вопрос по-разному отвечали философы. По-разному. Причем в связи с этим вопросом разделились на два лагеря, на две школы. Одна школа – это материалисты. Говорю, что есть? Все есть. Объективный мир. А человек – это просто высокоорганизованная материя, обладающая сознанием, обладающая таким свойством – отражать мир. Та материя, которая способна отражать мир сложным образом. А вообще вся материя обладает свойством отражения. Вы бросьте камень, он отскочит. Или, скажем, отряд отразил наступление, то есть вот реакции на всякое действие. Всякое действие рождает противодействие. Поэтому вся материя обладает свойством отражения. Это свойство в более развитой форме отражать мир и называется сознанием. И вот нам с вами повезло, мы та часть с вами материи, которая обладает сознанием. Другая часть, вот стол, уже не обладает. И стул не обладает, поэтому вы смело можете на нем сидеть. Вы никого не эксплуатируете. А другие философы что говорили по этому поводу, что есть все? Это идея. Все есть идея. А все, что вы видите, это воплощение идеи. И вы воплощение идеи. И вы, и вы, и вы, и вы. Идея, развиваясь, превращается в этот материальный мир, и мир является воплощением идеи. Этот мир дорастает до высшей своей формы в лице человека, человечества, и он познает тем самым мир, себя и тем самым идею. И идея приходит сама к себе. Красиво? От идеи пошло, к идее пришло. Потом пришли Маркс и Энгельс, сказали, так, отрезаем начало, конец. От материи пошло, материя развилась до человека и познала сама себя. Материя пошла и к материи пришла. И это более рациональная философия, так сказали бы математики, правильно? Потому что эта идея, ну, как бы она представляется некоторым лишним. И та операция, которую проделали Маркс и Энгельс, она похожа на то, что посоветовал бы сделать Чехов. Говорит, вы написали рассказ. Ну, знаете, как пишут рассказ? Никак не начать. Пишешь, 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 курсовую. Все, никак не начать. Поэтому вы написали. А когда уже пишешь потом, никак не закончить. Надо бы закончить. Все, пишешь, пишешь, пишешь. Вот вы написали, уберите начало, конец, и можете печатать. Это совет Чехова, очень хороший. Не бойтесь убирать куски. Поэтому вот легко очень превратить идеалистическую конструкцию в материалистическую, просто ее по-другому надо истолковывать, убрать это все. Поэтому, скажем, вот гегелевская философия, она идеалистическая по характеру. Почему? Потому что Гегель сам по себе идеалист, и из других работ это ясно. А в этой работе с чего начинается все? С бытия чистого. Ни в чем не проявляется то, что это идея. Не проявляется ни в чем, поэтому он поддается материалистическому истолкованию. И вот это материалистическое истолкование позволяет получить материалистическую диалектику. А уже применение материалистической диалектики к истории – это открытие Маркса и Энгельса, потому что Гегель пробовал прямо вот диалектику применить к истории, и получалась ерунда. А именно, вот есть у него лекции по философии истории, и что вся история – это вот порождение вот этой абсолютной идеи. И войны, и революции, и битвы, и страдания – это все и движение идей. И он много очень фактов называет, и очень это все глубоко и интересно, а в целом неверно.
Или попробовал Гегель применить диалектическую философию свою к изучению права. У него есть философия права. А у Маркса есть критики гегельской философии права работы. Вот почитаешь эту философию права, видно, что никак Энгельс, никак Гегель не мог связать тут концы с концами, потому что он напрямую хотел диалектику применить к изучению правовых норм. А правовые нормы, на самом деле, отражение экономических отношений. А вот этого примата производства и понимания решающей роли производства у него нету, поскольку он вообще не материалист. И поэтому такая книга, вот «Философия права», которая даже печаль такую вызывает, такой гениальный человек и такие какие-то вещи пишет. Он пришел к выводу о том, что, дескать, вот прусское государство – это и есть идеал государства. Прусская монархия. Ну, а что такое право, он и не знал. Сейчас мы узнаем, вот тут-то товарищи знают, что такое право или нет. Кто-нибудь знает, что такое право? Ну, случайно. Ну, как бы вы не обязаны знать, правда? Скажите, что вы к нам пристали? Я философ до становления, а вы требуете меня, чтобы я знал, что такое право. Ну, может, кто-нибудь знает? Возведенная в закон воля господствующего класса. Вот, пожалуйста. Вот, видите, вот, есть люди. Пожалуйста. Возведенная в закон воля господствующего класса. Просто и понятно. А для этого надо было, так сказать, открытие сделать классов. Кто открыл классы, товарищи историки? Маркс. Чего? Маркс. Ну, что вы говорите? Кто открыл классы? Товарищи историки. Классы открыли французские буржуазные историки, которые, так сказать, привлекли буржуазную революцию во Франции. Потому что тогда, чувствуя приближение своего конца, феодалы в лице своих идеологов выдвинули идею, что управлять могут только благородные. Вот у вас папа король? Нет? У вас граф? Нет? Барон? Нет? Нельзя вам управлять. И вот тогда, когда идеологи дворянства, феодалов, выступили с идеей, что только благородные могут управлять, вот эти три историка, буржуазные, повторяю, историки, открыли классы. Они сказали, что управлять могут любые классы, и разработали теорию классов и классовой борьбы. И вот по этому поводу Маркс в письме к Вейдемейеру пишет, что не я открыл теорию классов, ее открыли буржуазные историки. А буржуазные экономисты, имеется в виду Адам Смит и Рикардо, разработали экономическую анатомию классов. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам, что вся история, есть история борьбы классов, что эта борьба классов ведет к диктатуре пролетариата, а диктатура пролетариата ведет к полному уничтожению классов. И вот и все. Вот Маркс говорит, все, что я сделал, сводится к трем пунктам. Очень просто. Ну да, Гегель до этого, конечно, не дошел, увы. Но без Гегеля до этого тоже дойти нельзя. Потому что без диалектики нельзя получить диалектический материализм. А диалектический материализм, примененный к истории, дает исторический материализм. И тогда позволяет уже добыть вот те факты, вот, которые, ну, очень ярко, например, я имею в виду, вот для студентов очень важно, чтобы кратко была еще книжечка, кратко, быстро прочитал. Вот. Более краткой книги и более блестящей, чем вот Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», вот я посоветовать не могу. Она недавно у нас издавалась, азбука классика, причем с большим портретом Энгельса, с такой бородой. И там рассматривается период от первобытного общинного коммунизма до капитализма. И как, так сказать, семья развивалась, и как классы развивались, какие менялись способы производства, и какие были классы, и вся история представлена. То есть человек, если хочет видеть развитие в кратком изложении человечества от первобытного общинного строя до современности, он в этой книге это получит. Замечательная книга. Я эту книгу подарил своему глазному врачу, потому что я к нему пришел, значит, глаза проверить, и узнал, что его зовут... Я уже не знаю, какое у него имя, но отчество Энгельсович. Я на следующий раз ему книжечку принес, говорю, вы, наверное, не читали это? Тут вроде как папа ваш написал. Он так удивился. Ну, я почитаю.
А потом я в следующий раз к нему прихожу. О, слушайте, говорит, как интересно. Интересно, но человек понятия не имел, что это такое. Раньше давали же такие имена. Например, в Узбекистане давали такие имена, как Истмат, Диамат. Истмат, там есть имя такое узбекское, Истмат, Диамат. Или вот у меня дядя родной, звали его Ким, он не кореец, Дрожжин его фамилия. Коммунистический интернационал молодежи. И еще у меня был знакомый на Кировском заводе Валерий Вилорик Петров. Вилорик, знаете, что такое? Не знаете. Владимир Ильич Ленин, организатор рабочих и крестьян. Вилорик. Ну, Вилоров много я видел. Вилор. Владимир Ильич Ленин, Октябрьская революция. Сейчас модное сейчас сочетание в этот нынешний год. А вот Вилорик, это вот один только был, начальник транспортного цеха Кировского завода. Владимир Ильич Ленин, организатор рабочих и крестьян. Вилорик. Ну, а Гертруда, знаете, что такое? Да, все правильно, героиня труда. Вот, так что были такие. Так, ну пойдем дальше. Значит, вот на фалесе мы остановились, что есть все. Да? Все идея или все материя. Гераклит Эфесский впервые, пусть метафорически, сформулировал идею о диалектической природе всего мира. Вот. Иногда говорят, когда излагают этого самого позицию Гераклита, говорят, вот он сказал, что нельзя в одну и ту же реку войти два раза. И это искажение позиции Гераклита. Ну, подумайте сами, в одну и ту же реку. Только в одну и ту же реку и можно войти два раза. Потому что если я в одну один раз войду в Неву, а другой раз в Охту, то это получится по одному разу в каждую реку. Только в одну и ту же реку и можно войти два раза. На самом деле, мысль Гераклита была в том, что в одну и ту же реку можно один раз войти. И в ту же самую реку можно войти и второй раз. Хотя река изменилась. Река изменилась, но она осталась той же самой. Это то, о чем мы говорили с товарищем. Что он равен самому себе и не равен самому себе. То есть в одну и ту же, вы входите в одну и ту же реку и не в одну и ту же. Если вы в Волгу входите, Волга все время меняет свое русло, в ней все время изменяется вода. Ну, Нева, нам еще ближе. Можете продемонстрировать, вот как немножко будет потеплей, входить туда хоть раз, хоть два, и это будет и та же самая Нева, и все время не та же самая Нева. Правильно? То есть вот это вот диалектическое понимание того, что все с одной стороны равно самому себе, и в то же время оно не равно самому себе. Это Гераклит. Вот он, так сказать, как бы открыл диалектику, можно сказать. А систему диалектики представил Гегель. Парменид, представитель школы элиатов, был современником Гераклита, но настаивал, что бытие неизменно, что есть бытие, а небытия вовсе нет. Ну, такой упорный. Бытие есть, а небытия нет. Что бы на эту тему сказал Гегель? Он бы вот взял эту формулу. Вот видите, говорит, что написано. Бытие есть, а небытия нет. Но оно же в этом высказывании есть. А для небытия не то важно, где оно есть. Оно есть же, вот хотя бы в нашем разговоре. Вот, к примеру, я хочу с вами обсудить такой вопрос. Вот Бог есть или нет? А? Нет. Как нет? Вы не слышали, что я сказал? Слышали слово Бог? Ну, так он в разговоре есть. Ну, да значит, что есть. А я же не спрашиваю, где есть. Есть. Бог как в головах у верующих есть? Есть. В Писании есть? Есть. В опровержении существования Бога он есть? Есть. В вашем отрицании он есть? Есть. Ну. Видите как? Я же не говорю, что он существует. Он есть. Поэтому где есть этот второй вопрос? Когда мы решаем вопрос только об бытии, есть он или нет? Ну, есть. Но не существует. Даже вот эти две категории, они располагаются в разных томах науки, логики Гегеля. Учение о бытии – первый том, а о существовании вы получите только представление во втором томе. Учение о сущности, которое есть снятое бытие. Существование – это не просто есть. Это есть на основании и в определенных условиях. Когда для какой-нибудь сути дела, говорит Гегель, созданы все условия, она вступает в существование.
Так что существование не надо употреблять такую категорию, если вам нужно просто сказать, есть или нет. Вам нужно зачет получить. Ну так и хорошо, скажите, что есть, и все, и получаете зачет. Зачем вам существование? Вы сначала зачет получите, потом будете существовать. Так. Зенон, ученик Парменида, всем своим творчеством стремился доказать тезисы своего учителя. Доказывал он это методом от противного. Он автор апории, там, Ахиллес и черепаха. Знаете, в чем состоит, да? Я сказать, вот здесь стоит Ахиллес, здесь черепаха, вот, а там некая конечная точка. Значит, если черепаха половину пройдет этого расстояния, Ахиллес гораздо больше пройдет. Но каждый раз, сколько бы ни прошел Ахиллес, черепаха за это время пройдет. И вот Ахиллес придет в ту точку, где стояла черепаха, а черепаха будет уже дальше. И так все время. И так никогда не придет. И никак не могли они разрешить эту проблему, а разрешил ее фактически только Гегель, что это находиться в этой точке и не находиться одновременно. В связи с этим я могу вам такую предложить очень простую задачу. Вот видите, вот здесь есть два стола, а между ними, ну, как бы щель. А вот это самолет. Представили? Ладно, не самолет, ракета. Ну, какая у нас ракета есть сейчас, которая летает? В Сирии какие бы ракеты запускали? А? Калибр. Вот калибр, так сказать. Ну, это больше похоже на ракету калибра, чем на самолет. И вот летит ракета. Значит, согласны, что вот это некая граница между двумя столами. Если эта ракета не долетела до этой границы, вот эта граница для нее предел? Не долетела еще. Значит, еще может двигаться. Еще может. Значит, не предел. А если перелетела, она так вот непрерывно летит. Не останавливается здесь. Не висит в воздухе, а летит. А если перелетела, то это уже не предел. Правильно? Вот решите, пожалуйста, товарищи, логическую задачу. Летит ракета, вот пока она еще не долетела до этой вот линии, эта линия для нее не предел. А если перелетела эту линию, то эта линия тоже не предел. Когда это предел? А? Ну, вот увидели сейчас, повторяю, вот летит. Но пока не, она еще не долетела до нее, она все время не предел, правильно? Перелетела, тоже уже не предел. Ну, дальше летит она, это же граница, ей тем более не предел. У вас мысли есть? Давайте мысли. Может быть, когда она на границе между двумя? Какими то? Что на границе? Зависла? Зависла? Не зависла, а в этот момент, когда... А? Не зависла, а в этот конкретный момент, когда... А что происходит в этот конкретный момент? Она находится... Она, здесь, будет... она стоит? Нет. А что происходит? Ну, что происходит в этот момент? Она движется и переходит... Так а что называется тогда пределом? Ну, вам немножко доработать надо мысль. Вы про нее говорите, а я спрашиваю, что предел? Это граница. Любая? Обозначены вами между столами. То есть, если мной обозначена граница, если вами обозначена, то не граница. Понял. В данной конкретной ситуации. Что граница? Что предел? Нет, это вы не ответили. Но уже подошли очень близко. Ответ очень простой, который Гегель дает. И иногда кажется, что вот такой трудный Гегель, такой непонятный. Потом раз, у него совершенно просто и понятно написано. Предел – это граница, которую переходит. То есть, если вы ее не переходите, она не граница. Если вы уже перешли, не граница. Идете к ней, не граница. А когда она? Значит, товарищи студенты, в своем обучении советую вам постоянно доходить до предела. Когда вы учите, говорите, ну это невозможно выучить. Ну невозможно эту сделать, работу курсовую. Невозможно писать диплом. Невозможно. И делаете. И выходите. И что происходит? Что делает человек, который... развивается. Он постоянно делает то, что делать не умеет. Правильно? А если я вот буду делать то, что я умею, я ученый или нет? Ну вот нам за что деньги платят? Ну за то, что мы лекции читаем, это частично. А частично у нас считается, если мы не ученые, то мы лекции не должны читать. Такая у нас школа российская, да?
А что такое ученый? Ученый должен давать новое, то есть то, что никто до него не сделал. То есть я должен уметь делать то, что я делать не умею. Какие-нибудь есть правила достижения нового, открытия нового? Что, надо лечь под яблоню и ждать, когда упадет яблоко. Упадало на многих, а открыл только не тот. То есть вы себе представляете, как дети себя ведут? Вот вы сейчас уже очень великовозрастные. Уже некоторые начинают думать, что как это я буду заниматься тем, что я не умею. Я буду заниматься тем, что я умею хорошо делать. Дети только и делают, что они делают только то, что не умеют. Посмотрите, сначала они не умеют голову держать, да? Вот родители боятся, что она откатится, голова куда-то, ее все придерживает. Потом он уже так вот держит. Вторая задача, которую решает младенец, он лежит на спине, и как тот самый жук, который, как говорится, никак не может перевернуться, он пытается перевернуться. Он умеет переворачиваться? Нет. Он выходит за свой предел, и уже он теперь перевернулся. И как он двигается? А он назад двигается, потому что он вперед еще не может. Он хочет вперед, а получается назад. А он ходить умеет? Нет. Дальше он что собирается делать? Научиться делать то, что он не умеет. То есть он начинает пытаться ходить, и причем со страшным грохотом они падают, да еще назад. Это страшно слышать даже, когда об асфальт. Но у них мягкие головы, ничего страшного у детей. А дальше, а говорит, все смеются, а он что-то такое там бормочет. Все смеются, как он выговаривает, а он продолжает. Он же не умеет говорить. И вот дети обладают колоссальным свойством все время делать то, что не умеют. Они начинают взрослеть, становятся студентами солидными такими, и говорят, ну, я буду делать только то, что умею. А вот, скажем, Елена Исинбаева, которая у нас рекордсменка по прыжкам в высоту в шестом, 28 мировых рекордов добыла. А это что значит? Она каждый раз выходила и делала то, что не умеет. Она же никогда не брала эту высоту. И каждый раз первый раз. И так 28 раз. Как называется человек, который не выходит за свой предел? Да, ограниченный человек. Ограниченный человек. Вот у нас такой был на кафедре, где я работал, Сердюков. Он всегда говорил, я профессионал, я делаю только то, что умею. А я его спрашивал, а вот когда тебе было 3 месяца, ты что умел? Вот если он все делает только то, что умеет. Это все, что вы умеете? А кого зовут дураками, которые ему уже 20 лет, а они еще умеют только то, что 3-месячные или 5-месячные? Отсталые в развитии. Поэтому развитие состоит в чем? Краткая формула. Развитие, уважаемые коллеги, состоит в постоянном выходе за свой предел, не за мой предел, не за какой-то там. Это ваша граница, вы за свою границу выходите, и в этом состоит безграничное развитие. Ничего плохого я вам не сказал. Хотите безгранично развиваться? Развивайтесь. Вы книгу пишете сейчас? А? А что? Ну, книгу можете, имеете право писать вы? Вам запрещают? А что не пишете? Ждете, когда постареете? Заболеете? В чем дело-то? Интересно. И вы не пишете книгу? Ну, вы историк становления. Самый момент писать книгу. Во-первых, писать книгу – это не то, что курсовую. Курсовую надо приносить, проверять. Там над вами измываться будут, там оценки ставить. Зачем вам это нужно? Кто-то? А книгу вы написали, и у вас как бежит рукопись. И сдать сейчас нет проблем. В чем дело? Что-то как-то вы... То есть вы себя чувствуете какими-то младенцами? Ну, никто же вам не запрещает. Ну, раньше, вот скажите, пожалуйста, вот у большевиков, которые делали революцию, какой средний возраст был? На 5-м съезде, например, делегатов? Нет, 20, 27. 25, 27. А сейчас, понимаешь, как-то что-то странно. И вы тоже не пишете книгу? Научите вас книгу писать? Пожалуйста, обучаю.
Первое, надо придумать хорошее название. Если какую-нибудь ерунду поставите, потому что название – это целое. Движение, развитие книги идет от целого к целому или от части к целому. Вот люди неопытные, не знающие философии, диалектики, они пишут так. Первая глава, и пишут первую главу, потом пишут вторую. Неправильно. Сначала надо взять целое название. Название – это все. Что значит, вот вы сейчас возьмите лист и напишите название книги, и потом, когда я вас спрошу, вы пишете книгу, вы говорите, да, вот у вас, видите, второй лист. Что, сейчас бы напишите вот здесь название, это уже пошла книга ваша. Потому что это целое. Развитие идет от части к целому или к целому? От целого к целому. Ну вот ребенок как развивается? Вот зародыш развивается. Сначала нога, потом хребет, потом голова. Так? Или целое, потом опять целое, потом целое. Все, и все больше и больше похоже. Ну и повторяет как бы эволюцию животного мира. И сначала что-то непонятное, потом уже понятное, потом уже руки-ноги, голова. Уже потом можно определить, мальчик или девочка, а потом уже сердце у него бьется, и поехали. От целого к целому. Вот вы написали? На какую тему вы хотите книгу написать? Я в истории. История я. Ну, какую-то вы определите книгу? Или как, что вы хотите? Вот вы должны подумать, вот какую идею надо разрабатывать. И будете ее обдумывать. Вот вы ее обдумываете, пока вы тут учитесь, все равно вам учиться надо. Заодно и обдумываете книгу. Ну, вот, допустим, года через три вы ее напишете. Вы одновременно сдадите экзамены и сдадите книгу. Чего плохого? А вот если вы выбрали себе тему, это целое. Это целое разворачивается во что? Ну, в какие-то разделы, правильно? А разделы требуют плана. Вот если у вас есть параграфы, сколько пунктов должно быть в параграфе? Как вы думаете? С точки зрения диалектики. С точки зрения не диалектики, сколько угодно. А с точки зрения диалектики, вот вы, если вы пишете параграф, вам нужно будет начать, то есть с чего-то начать, куда-то прийти. Две точки. А когда вы будете заканчивать параграф, с чего-то вышли и закончили. Еще две точки. Ну, хоть три точки на развитие должно быть мысли. Итого 7 пунктов. Делайте 7 пунктов. Как Бог на душу положит. Для плана. План – это же леса. План – это план. Потом вы пишете тезисы. Тезис – что такое? Основная идея. Да не основная идея, а просто мысль. Мысль. Одна. Не надо в один абзац две мысли. Одну мысль и кратким образом изложенные. Вот вы эти тезисы написали, это связь мыслей будет. Вот если вы тезисы такие изложили, остается потом добирать туда, потихонечку складывать материалы, папочки на каждый тезис. И они пополняются у вас. Потом вы раз и общий текст написали. А тезисов требуется, чтобы как можно более кратко, а текста требуется уже развернуто, развернуть каждую мысль и получите книгу. Получите, напечатайте, приносите мне, я с благодарностью напишите спасибо за помощь в подготовке книги. В чем проблема? Я жду. Приносите. Ну и других это касается, конечно. Привожу пример. У нас, когда вот Александр Данилович Александров был ректором, две молодых девушки решили очень крупные теоремы, доказали, матфизики, Уральцева и Ладыжинская. Ну и стали профессорами в 20 с чем-то лет. И вот на одной конференции подходит к этой Уральцевой, Нина Александровна, по-моему, звали, профессор иностранный, говорит, вы девушка с какого курса? Она так застеснялась. Ну, как вот ответить, с какого она курса? Она доктор наук, профессор. Подходит Александр и говорит, она не с курса, она профессор. Ну, плохо, что ли? А что плохого? А что, плохо? Вот девушка и профессор. Хорошо же. Обязательно старушка и профессор. Что такое, я не понимаю. Я вас, во всяком случае, призвал. Если вы не напишете книгу, то я не виноват. Народ задумался. Тему, наверное, придумываете. Правильно? Сейчас. Вот, она задумалась. Тему думает сейчас. Как назвать? Так. Демокрит. Чем известен Демокрит? Его, этого Демокрита,
как бы рассматривает в истории философии как родоначальника вообще материализма. Ему принадлежит около 70 произведений, но ни одно не дошло до нас. Главная его идея и главная его заслуга – это создание учения под названием атомистика. Первоосновой мира является атом. Неделимая частица вещества. Атом неделим, вечен, тождественен самому себе. Каждый атом объят пустотой. Будучи учеником Левкиппа, он доказывал, что атомы совершенно бескачественные, однородные, лишены чувственных свойств. Ну и вы понимаете, что в дальнейшем развитии естествознания в какой-то мере вот эти догадки изучения Демокрита подтвердились. Во второй половине V века до нашей эры в Греции возникает интеллектуальное течение, называемое софистикой. Что такое софистика? Это вот Гегель говорит о софистике так, что это рассуждение из необоснованной предпосылки. То есть что-то взяли за предпосылку бездоказательно и потом, значит, рассуждают. Софистиков не интересовала истина. Для них важнее убедительно что-либо доказать, побудить как-то к действиям. Они стали практиками и теоретиками риторики. Главный тезис Протагора – человек есть мера всех вещей. Другой известный софист Горгий доказывал, что бытие и небытие – суть одно и то же. А мы с вами говорили, что они одно в другое переходят. Это немножко другое. Имя Сократа стало легендой. Он был известен не только своим учением, но и своей жизнью. В основном сведения о Сократе мы можем почерпнуть из диалогов Платона и его ученика. До нашего времени дошли почти все сочинения Платона, который жил в 427-347 году до новой эры. Платона считают родоначальником философского идеализма, учение, в котором мышление, дух, идея существуют объективно и независимо от человеческого сознания. Самая важная проблема Платона – это соотношение идеала и действительности. Ибо мир не знает справедливости и не живет в согласии с ней. Главная составляющая его философии – это учение об эйдосах. Идея вещи – вот истинная причина появления конкретной вещи. Вещь – это результат, следствие, воплощение той или иной идеи. Философия Платона включает учение о познании – диалектику, риторику, искусство, учение о государстве и обществе. Одну минуточку. Так. Государство и законы являются, это вот такие рукописи, книги, являются синтезом этико-философских и политико-правовых взглядов. Последним великим философом Эллады был ученик Платона Аристотель, 384-322 годы до нашей эры. Он, считайте, наш современник в том смысле, что он разработал формальную логику, все суждения, умозаключения. И вот то, чем мы пользуемся сегодня, формальной логикой, не диалектической, это творение Аристотеля. Научное наследие Аристотеля можно разбить на логику, философию, физику, биологию, психологию, этику, экономику, искусствоведение. Аристотель был тем мыслителем, который нам оставил науку о мышлении и о законах правильных рассуждений, исключающие противоречия. Значит, перу Аристотеля принадлежат трактаты, посвященные социальным и политическим наукам. Но главным философским трудом Аристотеля считается метафизика, в которой он изложил основные идеи и взгляды. Сам Аристотель никогда не называл свою философию метафизикой. Аристотель различал первую философию,
и вторую философию. И та, и другая касаются человеческого знания. Но предмет первой философии не природа, а то, что существует сверх нее. Философия интересуется сверхчувственным сознанием, разумом, законами логики и диалектики. В основе онтологии Аристотеля лежит понятие формы. Форма – суть, бытие – вещи. Материя в понимании Аристотеля аморфна и бесформенна. Она пассивна, сама по себе неееспособна, хотя она источник вещей, но без формы она не творит вещи. Третьим первоначалом служит целевая причина, четвертым – движущая причина. Ну, а затем мы должны сказать, что экономический и политический кризис Греции, рубеж 4-3 веков, наиболее интересным в этот период является кинизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм и учение Эпикура. Вот на этом мы сегодня с вами закончим. Спасибо за внимание. Спасибо.